Запишеш уже? Запишеш уже. Нажми на паузу. Все, мы на канале Корни ТВ, и мы будем сегодня снимать вот этот бампер. Привет всем, вы на канале Корнев ТВ. С вами я, Сергей Корнев. Сейчас мы будем снимать бампер с этого гольфа. Для начала открываем капотик. И снимаем решеточку. Решеточку, для решеточки надо будет отверточку тоненькую. Смотрите, тут есть фиксаторы. Зажимаем отверточкой аккуратненько. И она потихоньку выходит. Здесь тоже маленький фиксатор, вы сразу их увидите. Аккуратно, пластик трубки. Вот, даю. Уже сломал. Не сломал. Снимаем поворотники, здесь есть защелочка, можно пальцем, если не, отверточкой подколупнули, и она вот так вот снимается. Снимаем обычным нажатием фишку, все ложим аккуратненько. У манки здесь два винтика. И снимаем аккуратненько эту хуебуту. Также тут есть фишечка, мы ее аккуратно отключаем. Вот она, маночка у нас, отлаживаем. Дальше с той стороны то же самое делаем. Далее откручиваем здесь болты, сверху три болтика на 10 ключик берем, или если есть трещоточка. Тут я откручивать не буду, так как у меня болтов тут нема. Снизу смотрим, снизу есть 5 болтов. Сейчас я вам поближе их покажу. Далее, если есть подкрылки, мы откручиваем подкрылки, только не все подкрылки, а вот именно где он прикручен к бамперу. Берем отверточку, ну если есть шуруповерт, то вообще шикарно. И откручиваем все эти винтики. Так же самое с другой стороны мы делаем. Так. Все подкручивали, теперь берем, можно друга попросить, ну, в принципе, вообще не надо никакого друга, берем его аккуратненько за губу или там и потихоньку вытягиваем. Здесь он на салазках держится, он выезжает. Тут, если что, аккуратненько провода отсоединяем из этих фишечек. Все, бампер у нас снят. Итак, берем новый бампер и зовем друга, чтобы он с той стороны попадал. Есть тут салазки на бампере, вы сразу видите. Сначала попадаем в салазки. Аккуратненько, они все пластмассовые. И он одевается. Итак, мы его поставили, прикручиваем болты, собираем все в обратном порядке, как и разбирали. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, подпись. Всем пока, с вами был Корнев ТВ и я, Сергей Корнев. Пока.